«Подними голову». Под таким слоганом пройдет фотоконкурс, организованный телерадиокомпанией «Заречный» в преддверии Дня космонавтики. Принять в нем участие может любой желающий. Правила очень просты. Мы просим наших зрителей приносить фотографии, на которых изображено то, что увидишь, когда поднимаешь голову. Солнце, звезды, облака, радугу, дождь, ну все что угодно, то есть какие-то красивые картинки. Кроме этого, на конкурс можно принести фотографии с памятниками героям Великой Отечественной войны, космонавтам и достопримечательностями. Обязательное условие – снимок должен быть сделан в России. Подходящее фото из семейного архива нужно принести в телерадиокомпанию «Заречный» по адресу Ленина, 18Б, либо отправить в электронном виде на почту utrosobaka.trkz.ru. Обязательно следует указать, что изображено на снимке, где он сделан и контактную информацию. Все фотографии будут размещены на портале «Город Z». Здесь же с 28 марта по 11 апреля пройдет голосование за лучший снимок. Победителю достанется мобильный аккумулятор от электронного дискаунтера «Ситилинк». За второе место призеру достанется ужин от кафе 4В. А за третье место кафе «Улей» дарит вкусный большой торт. И это еще не все. Есть два дополнительных приза. За первое и второе место – это сертификаты на 1000 рублей от магазина кожегалантереи «Хит сезона». Награждение победителей состоится 12 апреля в программе «Доброе утро, Заречный». А пока телерадиокомпания продолжает принимать ваши фотографии. Стать участником конкурса можно до 25 марта. Анна Литвинова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».